Всем привет, дорогие друзья! Лазила только что по своему рабочему столу и увидела несколько довольно старых игр, которые я играла еще в далеком детстве. Вы только взгляните на эти игры. Я думаю, что в эти игры играли все, кому сейчас лет по 14-15. Поэтому подумала, почему бы и нет, почему бы мне и поиграть. Сегодня выбрала игру под названием «Алекс Гордон». Я думаю, ее знают немало. Эта игра продавалась в Аватане, или как-то называлась, это диск с ключами он еще был. Да, мой папа купил мне все ключи, я играла во все игры бесплатно, ну конечно. Воу, прошла я тут и правда немало. Да уж, 5 уровней, довольно много. И я думаю, начать надо где-нибудь... Не сначала, короче. Давайте вот здесь. Какой странный... Какое странное существо тут стоит перед нами. Я люблю Алекса, и это белка. То есть наш герой главный, он лис вроде. Или волк, или что-то за животное. Оу, пингвин! То есть... Оу, как все сразу страшно. Я эту игру проходила лет в 10. Оу... Пацан, парень, родной мой. Аккуратно. Ладно. Управление тут крайне простое, но мне становится страшно от этой графики. Вы только смотритесь. В 10 лет я не думала о графике или о чем-то еще. Мне просто было интересно нажимать на кнопочки, мать вашу, и следить за тем, как я прохожу уровни. Тихо-тихо-тихо. Взгляните только, я... Это... Реально сложная игра. О, или просто я такой нуб, что в 10 лет проходила эту игру, а сейчас нет. Ну да. Воу, меня убили. Тут такое страшное убийство. Вы потеряли жизнь. И знак вопроса. Ой, не вопросы, короче, вы поняли. Воу, почему-то он сразу сам побежал. Я не понимаю. Родной мой. Тихо-тихо. Он просто сам бегает по карте. Это странно. Ну, будем считать, что это погрехи игры. Что это пузырь? Ага, я так и думала. Все-таки какая-то память осталась у меня с того времени. Воу, он два раза может прыгать. Ого. Такого я не ожидала. Поворот на псих какой-то вообще левый. Продолжаем. Мы бежим по такой лесенке. Собираем денежки. Воу. А, парень, мы собрали сердце, тут бывает еще и сердца. О, ничего себе. Давайте этого еще убьем. Опа. Я помню, мой любимый уровень, такая платформа. Я думаю, это довольно интересная игра. Мне лично... Стоп, куда? Парень, родной мой. И взгляните на нашего персонажа. По-моему, ему просто плевать на все, что происходит. Да уж. Я даже не помню историю, почему он куда-то бежит, куда-то что-то ему нужно. Я не понимаю, что ему надо. Смотрите-ка, белка. Я помню еще одну подружку мою, которая любила ко мне домой приходить и играть в эту игру. Да уж. Подвигаемся. Она обожала эту игру, и я говорила, давай поиграем во что-нибудь еще. Но нет, ей было интересно только прыгать по платформам. Нет, что творится? По платформам прыгать и собирать монетки. Да уж. Сомнительные мне друзья были. Два сердца, целых 20. Ты что, какой не еврей, видимо. На-на-на, еще. Мы 10 монетные какие-то тупые, фу, мне не бесит они. Да чтоб побольше их, по 50 собирали. О, вот эта белка, она реально очень стрёмная. Давайте-ка заскриню для превьюшки. Окей, бежим дальше. Эта собака очень страшная. С нее тоже падают сердечки, воу. Мне эта игра становится нравится, потому что она не такая уж и сложная. Я надеюсь, мы хоть туда бежим. Не такая уж и сложная, в принципе. Довольно интересная. Воу! Я боюсь эту штуку. Вы только взгляните на это, на эту графику. Вау. Уровень пройден. Ладно. Далее. Можно еще и переиграть. Не знаю, для чего это нужно, но все же. Следующий уровень. Мне нравится игра эта. Во, опять-то белка. Она меня пугает. Будьте осторожны мимо вулкана. Ладно. Опять этот чертов Египет, только не он. Пингвин. Ясно. Это нам только что сказали. Вау!
Что за вулканы? Видимо, это они их сказали. Ой, тихо, лава. Вы только слышите этот звук, этот... Боже мой, надеюсь, вам было слышно. Потому что это странный звук, который издает волк или лиса. И кто это озвучивал? Кто? Ой-ой-ой, у нас прилетят шары. Что за шары вообще? Я не понимаю. Воу, еще тут. Как видите, мы, по-моему, в Египте в каком-то. Я, наверное, уже говорила, но я очень любила уровень со снегом. Там снежные были холмы. Вот это босс, наверное. Вот... Ай! Это как, знаете, гопники. Мы выходим с подъезда, и типа гопники тут нападают целая куча. Вот это то же самое. Господи, я испугалась этого льва, или что это за кошка? Итак, нужны сердечки там срочно. Извините. Так, бежим еще туда. Вот эта вот собака надо убить. Есть. Плохо с него не выпало сердечко. Что за черт? Да. Я уже немножко научилась играть в эту игру. Вот это страшный поц. Не знаю почему. Чипай, говорит нам это милое существо. Тихо-тихо, вот этот вулкан, он стрёмный. Кто что тут так пугается? Хуже скримеров. Любых. Прыгаем. Убили нас. Нас убили. Да вы что, ребята? Слава богу. А, вот эти белки, это чекпоинты, типа. Понятно. Я вообще забыла об этом. Конкретно забыла. Два раза прыгаем. Воу. Я все время забываю об этой суперспособности нашего персонажа. Боже, опять этот черт, только не он. Мы победили. Ура! Смотрите, какое здание превращается этот черт. Это алмаз становится. Весело. 8 монстров уничтожено. Это монстры. Ну, я так и поняла. Далее. Это еще один часть амулета. Спасибо. Давайте посмотрим дальше. Я предлагаю посмотреть другие уровни. Где-нибудь в горах. О, или здесь. Ладно. Не суть. Это какой-то бонусный уровень. Воу, какая музыка стрёмная. Ребята. За минуту надо куда-то прибежать. О, как? Все, я помню. Я помню это. Еще на пробел можно прыгать. Воу. Сейчас потонет. Родной мой. Это нормально? О, он может... Только смотрите на его лицо, когда он это делает. Я думаю, нам стоит переиграть. Я решила пропустить тот уровень и начать мой любимый зимний. Как видите, эта белка опять нас встречает здесь. Этот пингвин. Ну, тут он уже более-менее вписывается. Так, лестница. Я ее, кстати говоря, помню. Воу. Ладно. Кольцо! Мы собираем кольцо. Я поняла, что ему тут надо. Потому что мы собрали уже довольно много денег. Я бы сама не против была бы так побегать. На самом деле, насобирать только один чекпоинт. Если мы видим эту белку, это неплохо. Она мне нравится, откровенно говоря. О, эти платформы... Ого! То есть они могут нас убить. Довольно жестокая игра, как для детей. Но я думаю, что она рассчитана именно для детского пользования, да? Но для детей тут довольно сложно. Ну, я думаю, просто я была умнее, когда была ребенком, скорее всего, просто. Напросто. Так, сюда. Скорее всего, туда не надо было бежать, ну ладно. Воу! Мешки разбиваются? Ой, мешки, говорю. Коробки разбиваются деревянные, когда мы на них прыгаем. И оттуда высыпятся монеты. Я бы хотела такой мешочек разбить. Мешочек, опять говорю. Ну ладно, не суть. Чипай, говорит нам это милое существо, мы собрали бриллиант. Как тут все происходит быстро? Я просто поражаюсь. Поднимаемся. У нас здесь 3 звезды. Я не знаю, зачем они. Воу, скорее всего, нам просто нужно подняться вверх. И... Ну да, нам стрелочка показывает, что нужно подняться вверх. Я говорю о чем-то еще. Ну, конечно. Ладно. Я соберу эту монету. Да, собрала. Поднимаемся вверх. Этот снеговик... Воу, еще выше. Вы что, ребята, уже горы вон там далеко. О, тихо. Тише, тише. Спокойнее. Воу.
Мы уже тут почти спец. О, чекпоинт. И бочки. Тут тоже должны быть монетки? Да. Еще и сердце, хотя нам оно не нужно. Умножить на 2 сердца. Кстати говоря, эта игра довольно увлекающая. То есть я сижу тут уже минут 10, и мы вышли. Ура. Опять этот черт, который смотрит на нас с каменными глазами. Давай дальше. Мы не уничтожили ни одного монстра. Ну ладно. Продолжим. Думаю, пройдем еще несколько уровней, потому что они тут не особо сложные. Давайте пойдем подальше и где-нибудь вот здесь пройдем. Начнем. Я проходила эту игру, мама моя сказала, за несколько минут. И я такая, вау. Я с детства была геймером самого лучшего класса. Воу, эти платформы ломаются. Ладно, они ломаются довольно медленно, поэтому убежать мы успеваем. Можно как-то вниз? Нет, нельзя. Слава богу. Воу! Я реально испугалась. Это хуже какого-либо скримера. Страшное существо, и оно так выпрыгивает. Смотрите-ка. Довольно грустная штука. Типай! Люблю эту белку. Хотя, в самом начале я к ней не особо... А что если все поломаются? Что, заново проходить? Воу! Какая-то платформа. Воу. Чипай, говорит нам. То есть нужно пройти эту игру и без... Вот этот черта этого надо поломать. На-на-на. Почему-то все герои такие тормознутые. Скорее всего, потому что это игра для детей, опять же, повторюсь. И... Воу, опять ты. Как мы подскочили? Да вы шо? Просто гений. Далее. Вверх. Чипай! Что это она не сказала? Чипай в этот раз? Я не знаю, что это значит. Возможно, это какое-то приветствие в секте. Снова ты. Типа это был сложный маневр. Надо было поставить чекпоинт после него. Тихо. Ч-ч-ч-ч-ч. Родной, не бушуй, не бушуй. И снова он. Ура! Знаете, что я хочу вам сказать? Эта игра реально легкая и рассчитанная для детей, ну, лет на 10. Хотя я проходила...